друзья, всем привет! Сегодня опять показываю вам свой торт. Делала на юбилей мужу подруги. Вот так. Торт с мастикой. Кто-то скажет, опять не показали, как вы делали. Но тут просто такой процесс, что снимать и делать это очень-очень так, ну, тяжело. Все это снимать и делать. Как-то я уже отвыкла делать торты. Ну, а тут вот на юбилейчик сделал вот такой чемодан кожаный, кожаный. Вот, с денюжками. Мастику замешивала сама. Желатиновая мастика, у меня есть видео про нее, как замесить мастику. Подкрасила пищевым красителем. И вот так вот. Внутри сметанный бисквит, масляный крем, желе из смородины в прослоечке. И, в общем, вот такой вот тортик. Большой, тяжелый, огромный, на большой юбилей. Вот так. Надеюсь, что понравится. Должен быть вкусный. Ну вот. Опять не снимала, ну ладно. А, деньги, забыла сказать же вам про это. Распечатала просто на обычном листе, так как вафельной бумаги у меня не оказалось, но уже просто скажу, чтобы их перед тем, как нарезать торт, убрали. И все. Вот так. Да и думаю, что и вафельные листы вряд ли кто-то стал бы хрустеть. Это просто декор. Вот такой чемоданчик. Ну и все на этом. Вот хотелось мне вам показать тортик. Давно не делала, уже отвыкла, вообще отвыкла. Вот. Ну все, всем пока.